Это город Мекнес. Попытка мулла Исмаила построить такой же Версаль, как французский Версаль. Это бассейн, который мулла Исмаил как раз построил, который это было во времена Людовика XIV. Вот здесь вот он, огромный резервуар воды, в котором он хранил воду, чтобы лошадей поить, и чтобы вообще город питать водой, чтобы не отрезали, он боялся от него, от города воду, чтобы всегда был запас воды. И тут сады были, в общем, нужно было питание водяное. И это вот он пытался сделать такой Версаль. Как в Париже здесь, вот, в местах. Город Мекнес. Марокко. Вот это конюшни в городе Мекнесе. Они пострадали в результате землетрясения в Лиссабоне в 1755 году. Здесь было 12 тысяч лошадей. С любого места конюшен открывается перспектива уходящих вдаль колонн. Даня играет в тетрис в городе Мекнес, и у него есть... Вот Скорсезе здесь снимал «Последнее искушение Христа». И что у тебя? Лучи солнца, проникая сквозь высокие полукруглые своды, создают удивительную игру света и тени. Такое видео. Это ворота Баб-эль-Мансур. Главный вход Мекнеса носит название самых красивых ворот Марокко. Сложные узоры мозаики из глазурированной керамики темно-зеленого цвета, черная арабская вязь и мощные колонны с коринфскими капителями. Причем колонны значительно старше самих ворот. Они были привезены с Апеннинского полуострова во время римского владычества в Марокко для строительства Валюбелеса, где они простояли, как мулла Исмаил не приказал рабам привести их в Мекнес. Пробив первые двери тараном, враг упирался во вторые, пробить которые тем же способом не представлялось возможным из-за малого пространства. Ну, вот здесь вот мы увидели такую интересную выставку ремесленническую предметов из вырезки из дерева. Очень красивые какие-то статуэтки. Вот и шкатулки. И столик. Мулла Исмаил ибн Шариф был одним из сыновей Мухаммада I аш-Шарифа, лидера алафитских шарифов, ставшего правителем оазиса на юге Марокко. Царствование Исмаила соответствует периоду апогея марокканской власти. Единокровный брат предыдущих двух султанов и управляющего Мекнеса, он провозглашен после смерти мулла Рашида, разбившегося при падении с лошади. Исмаилу понадобилось около 20 лет, чтобы закрепиться на троне ценой кровавых репрессий, так как ему противостояли местные и религиозные власти в разных частях королевства. В связи с этим султан создает в Марокко мощную армию, состоявшую по большей части из чернокожих рабов, которые ему абсолютно преданы. Это позволяет центральной власти стать менее зависимой от часто бунтующих племен. Армия насчитывала до 150 тысяч человек. Также Исмаил создает арабскую милицию. Исмаил принимает послов, в частности из Франции, Англии, Испании, для установления деловых и торговых связей. И в 1682 году подписывается договор о дружбе между Марокко и Францией. Но вступление на трон Испании Филиппа V, маленького внука Людовика XIV, в 1700 году вызвало
протест этому союзу. Исмаил выбирает Мекнес столицей своей империи в 1672 году. При этом из-за бурного строительства, которое он развернул в городе, его часто сравнивают с его современником Людовиком XIV. Также Исмаил распоряжается построить 76 крепостей, которые должны защищать главные дороги от возможных нападений со стороны окрестных гор. В результате этого Мекнес окружила защитная стена протяженностью в 25 километров. Малай Исмаил содержал 500 наложниц, которые родили 700 мальчиков и неопределенное число девочек. Книга рекордов Гиннесса насчитывает число 888 детей. А французский дипломат Доминик Бусно даже утверждал, что у правителя был 1171 ребенок. В планах Исмаила было превращение Мекнеса в марокканский Версаль. Также Исмаил просил у Людовика XIV руку одной из его дочерей. Воевал мулла Исмаил со своим племянником Ахмадом ибн Бахрезом, захватившим Марракеш. Опираясь на Фес, Исмаил совершил военный поход на южное Марокко и Атлас. И после двухнедельной осады Марракеш был им взят штурмом и разграблен. В 1684 году под его власть перешел оставленный англичанами Танжер. Все атлантическое побережье Марокко было им освобождено от христиан. Также он вел неудачную борьбу с турецким Алжиром и потерпел поражение турок в 1692 году. Но потом предпринял второй поход, но тоже он завершился поражением. Сам султан был ранен и едва не попал в турецкий плен. Такие были или менее фешенебельные дома. А вот такие мандаринчики прямо нарвали там на улице. Прям так растут себе в декабре в конце. Это стена Медина Мекнеса. Это еще раз конюшни. Вот эти вот самые большие в мире конюшни Исмаиля. А это амбары, где он хранил зерно. Они похожи на подземелья такие. В отличие от конюшен, у них крыша сохранилась. Все это было заполнено зерном. Вот здесь вот колодцы в этой комнате. Вот эта система поднятия воды. Вот колодец. И для вентиляции там окошки. Это зернохранилище. Называется оно Дар-эль-Ма. Водяной дом. Оно призвано было обеспечить питанием всех обитателей конюшен. Имело 10 колодцев. Они помогали поддерживать необходимую влажность и снабжать лошадей водой. Мулла Исмаил лично придумал систему циркуляции воды под каменным полом и мощные стены. Когда-то крыша Дар-эль-Ма представляла собой каскад террас, на которых росли сады. И, в принципе, наверх можно подняться по внешней лестнице, хотя мы не поднимались. Сохранившиеся террасы, там открывается красивый вид на имперский город. Ну а это бассейн Агдаль. Создавая бассейн Агдаль, мулла Исмаил решил сразу три проблемы. В первую очередь возможности развлечения для многочисленных жен и наложниц.
дальше орошение близлежащих садов Агдаль, а в случае осады города он мог послужить как водохранилище пресной питьевой воды. Его площадь 4 гектара, а глубина 4 метра. Прекрасные наложницы султана развлекались катанием на лодках в этом бассейне. Там рядом находятся остатки цистерн и водонапорной башни. Это вот пример современного искусства Марокко. По-моему, этот памятник изображает какого-то нищего. Я еще не сказал, что при прежнем султане столицей страны был Фес. Однако этот гордый город не принял нового султана, и Мулай Исмаил, однако же, не очень-то расстроился, а перенес столицу в этот маленький городок Мекнес и начал тут грандиозное строительство. И стены, и касба, и дворцы, и бани, и общественные здания. И также там сейчас есть мавзолей Мулая Исмаила, который мы, к сожалению, не посетили, он очень красивый. Это стена Медины Мекнеса, мы видим мандариновые деревья. А это один из последних евреев Мекнеса, с которым беседует Артем. Все уже в Израиль переехали почти. Он хотел нам показать синагогу, но она была закрыта. Вот они с радостью пообщались на иврите. А вот еще несколько кадров у ворот Баб-эль-Мансур. Здесь находится площадь Эль-Хедим, что в переводе с арабского означает «площадь развалин». Когда-то на этом месте находились остатки Медины времен Меринидов, султанской династии, предшествующей алауитам. Ну, вот тут есть и заклинатели змей, и питоны здесь, и кобры, и маленькие змейки. И это сосредоточение жизни Мекнеса. Народ сюда приходит пообщаться, что-нибудь купить, ну и просто посидеть на солнышке. Люди в синих желябах расстелили ковры и разложили свой товар прямо на камнях на площади. Здесь всегда полно разных колоритных личностей. Это ворота внешней стены Мекнеса сюда. Они тоже красивые, но туда опасно пройти. Тут все время шастают машины. И Галя вот смотрит, как же пройти туда никак. Это въезд в город, здесь такие вот аттракционы, водяные горки среди пальм. А это несколько кадров из Версальского дворца во Франции, которому хотел подражать Мулай Исмаэль. Вот смотрите, насколько у него получилось. Вот он какой, Версаль. Вот что ему понравилось. Действительно красиво, можно его понять. Вот он, Мулай Исмаил, жесткий человек. Ему достаточно было плюнуть и ждать, чтобы его плевок на лету ловили его рабы. А иначе он их казнил. Такой был. А это его мавзолей. Вот такой красивый, где мы не побывали. С Петром Первым у него были хорошие отношения.